Было очень важно присутствовать здесь, в какой-то мере оказать поддержку Республике Азербайджан, в то же время убедиться, что процессы проходят демократично, в рамках международных стандартов, что Азербайджан идет по пути демократического развития. И в этом мы убеждаемся. До этого мы были в Шуше, удалось пообщаться как с представителями избирательной комиссии, так и с представителями от партий, наблюдателей от партий, а также с несколькими голосующими, которые оказались жителями, коренными жителями города Шуша, которые в свое время уехали, затем приехали, живут там и голосовали сегодня в рамках вот этого демократического процесса. Сейчас мы находимся в Ханькенди. Хотелось бы задать те же вопросы, посмотреть, как здесь проходит, какая атмосфера. И, естественно, обговорить со своим руководством и в дальнейшем с руководством Республики Азербайджан наше дальнейшее сотрудничество.